В масле рыбьего жира содержится алоиновая кислота, которая в медицинском мире называется омега-9. Именно это вещество способствует снижению количества холестерина и препятствует образованию бляшек. Кислота является также профилактическим средством от развития раковых клеток. Пальмитиновая кислота позволяет наладить гормональный фон и помогает быстрее всасываться большинству витаминов и микроэлементов. Омега-3, входящая в состав жира, является профилактическим средством от развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует укреплению иммунной системы, чем предотвращает частое заболевание вирусными патологиями. Обладает даже легким обезболивающим эффектом, слегка улучшает настроение. В состав жира входит омега-6. Вещество способствует улучшению мозговой и физической активности, выводит шлаки и помогает восстановить человеческие ткани. Она также положительно сказывается на углеводном обмене, помогает избавиться от лишнего жира и ускоряет метаболизм. Помимо этого, рыбий жир содержит витамин D и В, Е, бром, магний и медь. Следует понимать, что любое самое полезное вещество в большом количестве принесет только вред организму человека. То же самое касается рыбьего жира. При большом поступлении этого жира в организм увеличивается риск развития кровотечений. Если диабетик будет употреблять более 8 граммов омега-3 в сутки, то у него будет повышаться уровень глюкозы на 22%, поэтому в большом количестве жир при диабете не рекомендован. Большое количество жира может стать причиной появления изжоги. Если у человека понижено давление, то жир может еще больше его снизить. Это следует учитывать гипотоникам. Самый распространенный побочный эффект от приема рыбьего жира – диарея. Если появился жидкий стул, то дозу приема жира необходимо сразу же снизить. Не рекомендуется вместе с рыбьим жиром употреблять дополнительно препараты с содержанием омега-3.